Сотрудники госавтоинспекции Петрозаводска напомнили водителям о том, что регистрационные знаки необходимо держать в чистоте. С приходом весны все чаще на дорогах встречаются автомобили, полностью покрытые грязью. Это может помешать идентификации транспортного средства. Чтобы вы обращали внимание на читаемость ваших знаков, потому что в случае нечитаемости предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Вы должны обеспечить чистоту. Хорошо. Сотрудники ГИБДД намерены чаще проводить рейды в это время года. Сегодня мы выявили несколько нарушений. Два нарушения связаны с нечитаемостью. Да, это затертые номера, уже цифры и буквы затерты настолько, что не поддаются прочтению. Номера нечитаемые, если с расстояния 20 метров не видно хотя бы одной из букв или цифр государственного регистрационного знака. Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что нужно следить за состоянием номеров, иначе им может грозить штраф 500 рублей.